Водка и газировка скоро подорожают. Правительство готовит повышение минимальных цен на алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки. По предложению Минфина, розничная цена за пол-литра водки может вырасти на 7 рублей. Со 190 до 197. Дороже станет весь алкоголь, крепостью выше 28 градусов, а на сладкие напитки ведут акциз, что тоже поднимет их стоимость. И все эти меры объясняются просто. Кабмин сейчас активно ищет пути пополнения бюджета на следующий год.